Ротвайс, Германия и Бронинген. Футболисты из Германии в первом матче выиграли 1-0. И в этом матче они победили, но с громадным трудом, с громадным. Еще раз подчеркиваю, победы в этих турнирах не даются никому без труда. Ну, вы видели уже несколько матчей участия наших команд. И торпедовцы, и динамовцы Москвы одержали повторные победы с большим трудом, хотя и преимущество было достаточно солидно. Выход один на один и точно удар. Вратари, говорит, не без греха, мы видели ошибки вратаря, но мы видели, как хорошо.